тетки. Малыши, вы как здесь оказались? Никиса. Кис-кис-кис-кис-кис. Никусенька, кис-кис-кис. Странно. Зачем она сюда своих котят притащила? А где же ваша мама? Ребята, смотрите, как котят уже подросли. Правда, милые, да? У них уже глазки открылись. Да? Да, мой хороший? Ну нет уж, жить вы здесь не будете. Все, идемте домой. Сейчас я вас перенесу. Не знаю, где ваша мама шляется, но вам здесь не место. Так, все. Так, один дома. Теперь возьмем самого шумного, а? Кота, самая шумная кота, самый скандальный у нас. Правда красивый, да? Смотрите, он трехцветный. И рыжий, и черный, и вот по бочкам белый. Красивый, да? И где он скандалист? Да ладно тебе, не плачь. Так, самого скандального уложил. Остались поспокойнее. Еще два. Ну вот, все котята дома. Успокоились? А что ты вас в домик положил? Может, вы гулять хотите? Все-таки уже взрослые, так? Давайте, погуляйте. Так, первый котенок. Второй. Самый шумный котенок. Ну ладно вам, не плачьте. Так, третий котенок. И четвертый. Ты где? Вот нашел. Все, вы уже взрослые, хватит дома сидеть. Давайте гуляйте. Марфуша, привет! Марфушка, давай я тебе покажу наших котят. Они же такие миленькие. Ну, Марфуша, смотри, какой сладенький. А? Смотри. Ну уже, Марфушка. Ладно, ладно. Не шипи на него. Я думала, когда Никиса родит котенка или котят, они вместе будут заботиться о них и вместе растить. А Марфа не взлюбила котяток. Она даже с Никисой перестала дружить. Не подходит к ней, не играет с ней. Котятки мои, мои славненькие, хорошенькие. Ну все, погуляли и хватит. Идите домой. Я вот что не пойму. Марфа что, боится их, что ли? Или просто ревнуют к ним Никису? Ну, котятушки мои, все. Да где же все-таки ваша мама? Не плачьте. Сейчас я найду вашу мамочку. Я знаю, без мамочки плохо. Никиса, ты где? О, ты гуляешь? Моя маленькая Никусенька. Никусенька, заходи. Что ты, от детишек, да, отдыхаешь? Никиса, давайте покормлю. Так, сейчас. Подожди. Да, я знаю, что голодная. Сейчас я тебе положу здесь. Вот. И почему эта Марфа так твоих котяток не любит? Кто мог подумать? Может быть, когда котята подрастут, она все-таки их полюбит. Марфушка, девочка моя, ну почему ты на них рычишь? Они же не сделали тебе ничего плохого. Эх, девчонки, никогда бы не подумал, что вы перестанете любить друг друга. Знаешь, Марфа, вот когда у тебя родятся котята, я просто уверен, Никиса полюбит их и будет о них заботиться. Правда, Никиса? Ты же будешь любить Марфиных котят? Паршивки вы мои!
Да. И что мне с вами делать? Вот интересно. Марфа котят не воспринимает. Никиса котят усердно защищает. Да. Вот так проблема. Кошки-кошки. Ну как? Как же мне вас помирить? О, Никиса! А ты чего пришла? Я же тебя вроде бы недавно кормил. И почему ты не лежишь со своими котятами? А, понимаю. Ты устала от них. Отдохнуть хочешь. Ну иди, иди. Отдохни. Никиса, это ты меня что ли зовешь? Марф, Марфуня, да что это такое? Тихо, 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 Марф, не шипи. Никиса, так вот зачем ты меня звала? На Марфу жалуешься, да? Ну ничего, ничего, не переживай, я Марфу заберу. Марфушка, ну будьте умничкой, не ручи на котят. Марфуня, ну пойми, вот объясни мне, что, вот что они такого тебе ужасного сделали, что ты их сейчас так не любишь? Девочка, Марфа, посиди здесь. Пусть Никиса с котятами одни побудут. А я пойду ее пока что успокою. Она же так переживает. Не пусенька, кисюля моя, где ты? Давайте поглажу и тебя, и двух котяточек. Опа! А где котята? Где Никиса? Странно. Ага. Девчонки, вы меня уже замучили своими разборками. О, вся семейка в сборе. Никиска, это ты так решила прятать своих котят от Марфы? Но неужели ты думаешь, что она сможет обидеть вот этих вот ангелочков? Все-таки ваше место в вашем домике. Поэтому, Никиса, давай перенесу твоих котяток, и вы пойдете вместе в свой домик. Хорошо? Марфа просто рычит. Конечно, это нехорошо с ее стороны. Надо успокоиться, привыкнет. Потом даже полюбит их. Ну ты чего, Никиса, не переживай. Ох. Вот же беда с ними. Что придумали? Чай не дают попить. Марфа, а ты чего пришла? Тебе что надо? Да вы что, сговорились что ли? Марфа жалуется на котят, а ты жалуешься на Марфу. Девчонки, ну давайте жить дружно. Ой, дайте мне хотя бы чаю попить. Никиса, что здесь происходит? Господи, что это? Котеночек! Ну хороший, маленький мой! Что, все хорошо? Господи, котеночек! Никиса! Да что это такое? Котенок! А другие? Два уже упали! Теперь этот чуть не свалился! Мы хорошие, мы маленькие! Идем, идем, идем! Маленький мой! Почему ты не двигаешься? Мы хорошие! Котеночек маленький! Миленький мой! Что с тобой? А где другой? Ой! Кажется, шевелится! Хороший! Живой! Живой! А черный не двигается! Совсем! Совсем не двигается! Эх, Никиса, Никиса! Никиса! Он умер! Смотри! Смотри, что получилось! Нет, тебе лучше на него не смотреть! Эх, бедный.
бедная моя кошечка. Я знаю, ты не хотела этого. Ты их от Марфы спасала, глупышка. Но Марфушка им, ну, ничего не сделает. Она просто, просто должна к ним привыкнуть. Бедный мой котеночек. Бедная моя Никиса. Ну иди. Иди, Никисенька, к другим котятам. Слышишь? Они тебя зовут. А этот... Этот уже не плачет. Бедный котеночек, бедный, бедный котеночек. Я же тебе даже имя не успел дать. Дай-ка я еще раз посмотрю этого серенького котенка. Ничего ли он себе не сломал? Так. Иди ко мне. Все. Хороший мой. Никиса, смотри, мяукает. Все с ним хорошо. Идем, идем, идем в домик. Все. Он оклемался уже. Не переживай, Никиса. С ним все хорошо. Слышь, как мяукает? Никисонька, с малышами надо посидеть, покормить их, успокоить. И больше, ну не носи ты их наверх. Я думаю, ты это и сама поняла, что так делать, ну нельзя. А черненького котенка мы с мамой вечером похороним.